хай. В один день моя лента рекомендаций превратилась вот в это. Венера. 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 Одевайся по своей Венере. Венера. Магия, красота. Женственность. А потом у меня спросили вот это. Лиса, ты знаешь, что значит одеваться по своей Венере? Нет. Я не знаю, что значит одеваться по моей Венере. Я не знаю, как это произошло и почему все резко стали одеваться по своей Венере. Зачем? Вот что говорят в ТикТоках. Когда вы одеваетесь по Венере, то ваша Венера работает. Она зажжена, ваши внутренние и внешние приходят в гармонию. Вам суперкомфортно, вы кайфуете от жизни. Всегда притягиваете взгляды мужчин. Стиль по вашей Венере больше всего подходит к вашей внешности и характеру. Собственно, сегодня вместе с Каролиной мы будем одеваться по своим Венерам. Что бы это ни значило. Начнем с Венеры Лисы. Как описывают ее астрологи и какой стиль советуют? Ты настоящая амазонка, смелая, активная, заметная. В своем образе можешь запросто сочетать несочетаемое, носить яркие аксессуары. Также тебе подойдет спортивный или мужской стиль в одежде. Классические брючные костюмы, джинсы и майки, но платье и юбки никто не отменял. Да, у тебя могут быть сложности с выражением женственности, поэтому важно найти баланс. Подходит по твой стилек? Ну, вообще, да. Преобладающие цвета – бордовый и алый. Преобладающий стиль – casual с элементами спорта или шика, иногда сафари. Сафари – это же отсылка на бенгалов. Это бенгальский кот по имени Эвил. А китс – это пафосно. Мини-тест, подходит ли мне Венера вовне? Слушай, ну, Венера вовне действительно описывает тебя. А зависимость от наслаждения ярких эмоций. Нет. Бунт против общественных норм. Да. Способность ломать, обманывать. Ну да. Желание доминировать, агрессия. Да. Любовь к деньгам, импульсивность. Да. Умение открыто выражать свое мнение. Да. Лидерские качества, яркие таланты. Да. Умение видеть прекрасное. Нет. Ну грязь же тоже в своем облике прекрасна. Хорошо, да, ты права, ты меня убедила. И где эта доминантность, о которой мы говорили минут назад? Ребята, тут Венера вовне, яркий пример. Так что сейчас... Что за звуки? Это кот, не Давид. На ухо. Так, а у тебя в ком Венера? Не знаю. Сейчас, Каролин, я как настоящий астролог, профессионал дел тарологических, я тебе сейчас расскажу, в чем твоя и Венера, и Луна, и вообще все на свете. И качественно снимать научу. И Венера у тебя в Стрельце! Это что значит? Тоже огонь. Арбуз, арбуз, привет. Итак, Венера в Стрельце сочетает духовные и интеллектуальные качества и стремление к социальному расширению статуса. Слишком умная, ничего не поняла. Она предпочитает находиться в элитном обществе, общаться с интеллектуальными статусными людьми. Ее стиль достаточно яркий, но не от слова эпатаж, а от слова благородства. Асцендент у нас в весах с тобой. Ты не знаешь, что знаешь, я тебе потом расскажу. Я как человек, который максимально осуждает всю эту историю, слишком много про это знает, поэтому осуждаю. Окей. Я хотела получать второе высшее образование и быть астрологом. Но я вовремя отказалась от этой идеи. На самом деле Давид сказал, что я совсем сошла с ума. А вот и Давид. А, да, да. Подслушивает. Опасный человек. Что ж, посмотрим, что у нас тут предлагается по Венере в Стрельце. Золото, металлик, цветастое и яркое обязательно должно быть в образе. Отслеживание тенденций моды, тяготение к заграничному брендам. Стиль Леди Лайк известен дорогой одеждой, качественностью и добротностью. Это стиль знатных особ, женщин из высшего общества, истинных леди, а не светских львиц. Да, ну все, одеваемся под стиль наших Венер. Вот это контент, который мы служили, вот это я понимаю. Абсолютно рандомное видео. Как оно вообще родилось? Итак, аутфиты по Венере собраны и заказаны. Забегая немного вперед, я хочу сделать небольшой обзор на один из венерских аутфитов. Из того, что мне собрали мои друзья, очевидно. На самом деле, первый образ объективно неплохой, но я бы его подкорректировала. Я бы точно убрала эти странные велосипедки и заменила бы их. Потому что, например, вот такие вот широкие брюки от Виктория Бичи сюда бы прекрасно вписались под этот пиджак. Во-вторых, обязательно нужно добавить аксессуары. В-третьих, если бы я еще и каблуки носила, то можно было бы взять такие от Рио Фиоре. И отличный деловой образ готов. Совсем как в референсах с Венерой в Овне. Ах да, все эти вещи я нашла на Озон. Там вас ждет просто огромный выбор товаров на любой вкус и цвет по очень приятным ценам. Ваш заказ приедет в пункт выдачи, ну или его доставит курьер прямо до двери. Возврат бесплатный. А оплатить покупку уже можно после примерки. И это супер удобно в распродажу 11.11. Ссылочку на Озон оставила в описании. Но это мы еще примерим. А пока макияж. Моя Венера вовне хочет такой мей. Ну окей, го. Макияж глаз достаточно нейтральный. Затемняю все мое верхнее веко и оттушевываю его к вискам. Может, Робокс удалила тебе мама? Расскажи. И еще небольшой темный акцент на середину верхнего века. Между верхним и нижним веком в уголок добавляю что-то вроде растушеванной стрелочки. Более темным оттенком. Залезаю на нижнее веко. Мяу-мяу-мяу-мяу.
По-моему, за все годы моего YouTube-канала я еще ни разу не рисовала растушеванную стрелку. Это что-то совершенно новое для меня. Я даже не уверена, что у меня нормально получится, но ничего, я постараюсь. Теперь беру румяна и наношу их поверх всего этого контуринга. Конечно же, сияшечка. И прям вот так. А теперь то же самое на верхнее веко. За что мне нравится эта сияшка? Так за то, что ей можно сделать как самый гламурный макияж с эффектом влажного металлика. Нужно, Саша, несколько раз эту сияшку приложить. Или же можно сделать абсолютно трендовый доу-ин макияж. Это когда вот эти вот кусочки кристаллов этого хайлайтерного снега рассыпаются у вас по векам. Ну, типа вот так. Если что, у меня был отдельный туториал, как это делать. Спасение этих кривых грязных стрелок только в туши может быть. Но не умею я делать растушеванные стрелки. Что мне с этим поделать? Научиться, что ли, а потом вам рассказать? Вообще звучит как неплохой план. Я подумаю над этим. Зачесываем ресницы по направлению к вискам, чтобы получить эффект этого кошачьего лисьего взгляда. Добавляю веснушки. И сейчас мне очень нравится, несмотря на то, что глаза у меня получились достаточно грязные, как это все равно выглядит. Как будто бы хочется освоить такой макияж и делать его чище, красивее, лучше. Вы знаете, когда я освоила альт-макияж, я подумала, что у меня никаких никогда больше проблем с макияжем не будет. А потом я пыталась сделать обычный базовый гламурный макияж, и я охренела от жизни, потому что мне сейчас кажется, что делать его гораздо сложнее, чем даже какой-то вот такой вот сумасшедший суперсложный мейкап. А какой вывод мы можем сделать? То, что все приходит с опытом. Остались только губы. Так как мне нравится сочетание карандаша для бровей и именно вот этого зеркального блеска, это просто полный слей. И вот мой образ макияжа Венеры Вовне завершен. Если честно, я думала, что будет гораздо хуже. Но мне правда очень нравится, как смотрится на мне макияж по таким референсам из Pinterest. Не знаю, оцените, пожалуйста, вы, что думаете, хорошо мне или плохо. Ну что сказать, Давид, пока Каролина снимает видео, оцени-ка мой макияж. Хороший макияж, мне кажется, такой томный. Минуту назад Давид такой, что ты ходишь такая томная? Это не томный макияж, это макияж Венеры Вовне. В говне? Это у тебя такой же. Понимаю. А у тебя в ком Венера кот? Да что они убегают? Кот, поделитесь, как вам макияж. На удивление, даже эта прическа сюда идеально подходит. Но справедливости ради, практически все прически, которые я смотрю на Пинтересте, они как бы состоят из двух стульев. Первый — это длинные распущенные волосы, ну, такой опции у нас нет. Или второй вариант — это как раз-таки какой-то достаточно небрежный, но при этом около гламурный пучок. И мне кажется, то, что у меня сейчас на голове, абсолютно идеально этому соответствует. Только немножко расчесаться бы, а то, знаете, вот как проснулась, так улыбнулась, так села видео снимать. Вот сейчас впаду в свою новую гламурную фазу. Как понравится мне быть такой Венерой Вовне? Что тогда вы, хейтеры, мне будете писать? Что Лиса раньше была лучше? Верни корешку и альт-макияж или что? А мы поехали дальше. Я никогда в жизни не делала такие макияжи. У меня абсолютно простой альтушный мейк, который я делаю минут за 20. Но тут что-то на сложном, поэтому я не уверена, что я смогу это сделать быстро, так что ускоренная перемотка. И чувствую себя таким лохом, я еще никогда не пользовалась кушонами. Как это работает? О, круто! Капец, это крутой кушон! Китайский! Тем, у кого смертельно белая кожа, советую. Короче, на референсе у всех дамочек очень-очень широкие брови. Я себе такие брови не рисовала уже лет 100, но давайте попробуем посмотреть, как это будет выглядеть. О, нет, я как будто в 8 классе снова! Если Венера говорит так, значит так нужно. Мне Лиза только что налила чай и сказала, что чай у нее дома платный. Интересно, сколько на чек мне поставят? Я сейчас опробую одну палетку, ее нельзя показывать, но я сделаю ей глаза. Нет, ну мое индийское пятно посреди носа, конечно, идеально впитывается в этот макияж, но тени все еще супер. Затестируем теперь ярко-оранжевый. Они вообще не осыпаются. Я впервые такое вижу, честно, у меня никогда не было таких палеток. О, нет, нет. Just look at this. Обалдеть. Это как? Как это возможно? Я просто в шоке. Так, ну и последнее, максимально светлые губы. Ну все, Венера готова. Допустим. Достаточно венерски. А, я бы сказала, что венерски у тебя, потому что оранжевый как бы цвет Венеры, как мы знаем, по крайней мере, в Sailor Moon. А у тебя, получается, а ты на люксе, ты типа... Да, у меня люкс вайб. Поняла, поняла. Ну, а я на... Ну, просто на венерском. На оранжевом вайбе. Да, да. Не, если честно, мне нравится макияж, который у меня получился, я вот уже говорила, и Давид, правда, ходит и ржет с того, что я теперь томная стала. Томная госпожа? Ты томная. Я такая, да, не...
хороший макияж, мне кажется, такой томный. Мне понравились продукты, которые я делала, косметику. Макияж, точнее. Это не для этого видео. Да. А теперь распаковка. Чтобы эта задумка была гораздо интереснее, я попросила подобрать моих подруг, нам с Каролиной, одежду. Я дала им задание, скинула референсы, сказала изучить тему, потому что теперь мы все девочки одеваемся по нашим Венерам. Нифига себе, это не все. Это не все, это только один пакет. О боже. Да, справедливости ради, я практически всегда в черном. Ну что ж, давайте посмотрим, во что меня обратит моя Венера. Потому что вполне вероятно, я упускаю что-то подходящее. И возможно, звезды покажут мне новые варианты. Ну, а может быть, мне это вообще не нужно. По крайней мере, я буду в курсе. У нас с тобой здесь вещи, которые нам подобрала моя подруга. И вот она прислала мне фотографии, какие образы у нас с тобой должны быть. Поэтому давай все это распакуем и будем собирать. Давай. Лук номер один для Венеры в Стрельце. Какая-то пожеванная жизнью жизнь. Ой, пожеванная жизнью вещь. Это наше настроение, пожеванная жизнью жизнь. Ну мы. В каком-то таком состоянии она приехала. За тебе. Блин, да. Да, забирай. Ладно. Мне уже интересно, как мы в этом всем будем смотреться. Я уже просто сейчас предвижу. Ты представляешь меня в этом? Нет. Я тоже. Это Gloria Jeans. Так, ремень какой-то. И, по-моему, он твой. Умная госпожа. Начинается модный приговор. Первый аутфит по моей Венере. Это вот такая вот кофточка, которая, мне кажется, мне будет велика. Джинсы Gloria Jeans. И ремень, умный госпожа. Ну что, приступим. Доброе утро, моя девочка. Ну, это как бы не очень демюр, потому что ты такая стоишь, и все, она упала. Fashion, fabric, tails. Ремень, очевидно, мне немножечко не по размеру. Оценку моего первого лука записать не получилось, потому что, пока мы переодевались, мы забыли про петлички на одежде, и видос остался без звука. Но скажу так, несмотря на то, что я вообще не ношу светлые цветные вещи, сам лук мне нравится, но нравится для видео. А вот кофта, к ней очень много вопросов, потому что она тупо не держится на мне, а затянула я ее максимально. Но даже если бы она идеально села, она просвечивает. Лук нормас, больше слов нет, приходим к аутфиту Лисы по Венере, а я была в Стрельце. Лук один для Венеры вовне. И ты тоже не ту фразу прочитала сначала? Да, без комментариев. Это мое. У тебя был такой же топик? Топ розовый. Да. Он есть. Так, еще какая-то черная вещь, Ваня. Почему? Ребят, ну понимаете, ну вот когда вот тебе такие открытки приходят с просьбой оставить отзыв, ты просто не можешь его не сделать. Моя прелесть. Вот как называется моя прелесть. Это шорты. Без рыбы, пахнут спортом. Ну, в смысле, спортивной одеждой. А, это мое. Это уходит для меня. Ну слушай, такое, такие вещи ты часто носишь. Я ношу вот пижамные штаны. Next вещичка. Так, ну пока нас еще ничего особо не шокировало. Опять кожаная, надеюсь. А, это мое. Ну это для томной госпожи. Ну, для томной госпожи, да. Я, кажется, знаю этот пиджак. Твой? Нет. Да, сдала вчера. Ну, кстати говоря, тут нет бирки. Смотрите, здесь только есть маленькая вот такая вот швейная штука, где написан размер. Так обычно в швейных цехах делают. Но больше здесь нет ничего, что тут вообще не... В нем вообще ничего нет. Да. Тут даже состава нет. Откуда явилась эта вещь? Блин, что за трэш? Тут реально нет ничего. Тут только отпоротый ценник. И все, тут даже здесь нет никакой информации о том вообще, какой здесь состав. Ну, короче, ни хрена нет, все оторвано. Я не понимаю, как вообще принимают такие вещи назад. Ну, потому что, очевидно, тут сняли все бирки. Нахрена кому-то нужны бирки? Другой вопрос. Ну, просто, типа, как они это приняли? Они же не смотрят, когда принимают. Реально? Ну, да. А. Я когда сдавала твои возвраты, они просто забирали курьером. А ты им вообще пофиг? Да. Когда я сдавала мое гнилое дерево, помнишь, когда мне пришло гнилое дерево просто? Ребят, если вы не знаете эту историю, короче, в один момент я решила, что мне нужно вот такое вот дерево, как за Каролиной. Собственно, я себе такое заказала, но оно мне пришло гнилое. Я надеюсь, что мы сможем найти это видео, да, и да. фото и вставить сюда. Оно пришло гнилое. И, в общем, ну, я написала, какого хрена мое искусственное, важный момент, дерево гнилое. Они такие, ну ладно, заберем. Ну и просто курьер пришел, забрал мое гнилое дерево, но, надеюсь, оно дальше никому не поехало. Я считаю, что мой сегодняшний лонгслив, я руковожу этим цирком, отвечает за вайп этого видео. Абсолютно. Что ж, приступаем к первому образу. Для него я буду использовать вот этот вот потрясающий непонятно что.
Роскошь гламура, роскошь бутиков, блестящий топик. И, внимание, велосипедки. Если честно, раньше я терпеть не могла велосипедки, я вообще не понимала, кто в них ходит. Ну, то есть, в серии я не осуждала, я просто не понимала и, собственно, сама не ходила. Вот этот вайб. А потом в какой-то момент я подумала и решила, блин, у меня дома валяются танцевальные вот эти вот шорты, которые надевают под юбку. И мне как-то в них было так удобно целый день валяться по дому, что я решила в них ходить чаще, используя домашнюю одежду. Короче, в итоге я полюбила велосипедки. Это удобно. А теперь примеряем. Качество вопросов никаких нет. Ну, это прям такие велосипедки спортивные, длинные. У меня они, конечно, короче. Но, в принципе, даже вот с этой вот кофтой абсолютно вайб. Все еще руковожу этим цирком. Трэш. Как по мне, достаточно странное сочетание, но, возможно, действительно жакет все исправит. Нет, ну стиль, конечно, какой-то такой сегодня у нас происходит. Конечно, теперь мне очень хочется кожаный жакет, но только нормальный. Потому что это, конечно, просто максимальная степень мракобесного мракобесия. О, да. Ну, в таком костюме я, конечно, вообще... Мне вот кто-нибудь позвонит. Алло, здравствуйте, да. Но это, если честно, выглядит странно, да. Потому что... Я не могу с вами говорить, я слишком ответственный. Но совместный образ выглядит несколько странно. Потому что, конечно, эта штука совсем не сочетается с велосипедками. Ну или я чего-то не понимаю. Если ты не понимаешь, то я тоже не понимаю, потому что, ну, явно как-то... Хотя пиджак носит с велосипедками, просто тут кожа плюс гламурка, ну... Знаешь, я думаю, что проблема этого пиджака только в пиджаке. Возможно, будь это другой пиджак, да, смотрелось бы по-другому, потому что этот как-то очень странно блестит и... У него очень странная вот эта вот штука. Ну, как мы еще и выяснили, он, скорее всего, был знатно поношен, потому что с него все оторвали. Потому что сам стиль, честно говоря, мне, правда, ну, пришелся по вкусу, выглядит симпатично. Но, блин, этот пиджак! Демюр немножечко. Ну, не демюр. Давид. Нет, не смотри на меня, сначала пройди, потом смотри. Мнение на тему Каролины, потому что она стесняется. А по-моему, очень даже неплохо. Нормально. В смысле, обычно она так не ходит? Не, ну в смысле, не для нее обычно, в принципе, ничего такого. Давай оценим Лису, вот так твою вытаскиваем. Ого. Это как будто бы стиль треников и... Бизнеса. И бизнеса, да. Бизнес-тренинг. О. Это коуч получается. Давид, ты должен быть на стороне Венеровников. Он как я. Мне кажется, я никак не могу быть как ты. Венера в Овне у тебя, не переживай. Короче, да, лук сомнительный, но окей. Мне интересно, меня будет слышать? Оп. Лук 2 для Венеры в Стрельце. Кожаное платье, юбка, что это? Надеюсь, не комбинезон, я не выдержу. Что это брюки? Да, это кожаные штанишки. Подожди, ну-ка, раздвинь их еще раз, там, кажется, дырка. Ну, она тут есть, но это не то. Блин, Давид меня называет Каролина кожаные штанишки. Я, видимо, это видимо, для меня. Это для тебя. Поэтому, в принципе, они пока не так сильно пугают. Но пугает запах. Ты чувствуешь запах рыбы? Ну, серьезно, сейчас понюхали зону промежности и объяснили. Ну, я не знаю, без комментариев. Я уже чувствую, что это видео будет веселым. Отправляется к Каролине. Ко мне? Да, как будто бы тебе дали больше вещей. А тебе вообще есть что надеть хотя бы на один лук? Да, у меня есть. Ну, эта кофточка называется Old Money Style. Везде на всех этих вещах очень хорошее качество, кстати говоря. О! А мне очень нравится, слушайте. Я могу сказать только одно, что я снова Каролина кожаные штанишки. Итак, Каролина выходит. Этот лук бы я назвала... Так. Ну, в общем, Old Money. Боже мой. Так, только вот здесь вот немножечко... Так? Да. Все. Ну, она. Ну, белый цвет мне очень нравится. И штаны тоже качественные. И я снова Каролина кожаные штанишки. Слушай, если честно, когда мы смотрели на этот образ, он нам вообще не понравился. Он просто казался каким-то максимально странным и непонятным. И штаны воняли. Они ужасно вонючие. А это и они? Те самые? Это вонючки. Это штаны-вонючки. Да. Я думаю, ты хочешь сделать алиоп в стиле Анастасии Балачковой. А потом дает мне алиоп по шее, когда я стену испачкаю. Это дырку я сделала. Я так и поняла. Это очень важный обзор на дырку. Как вы просто думаете, как я могла ее сделать? Так вот ногой, и там искры бури безумия. Нет, не совсем так.
Супер эпичная история про дыру в стене. Я стояла рядом с этой потрясающей картиной, что-то рассказывала, возможно, даже снимала видео, и я сделала эту картину своей задницей. Просто не спрашивайте. Дальше картина маслом. Картина маслом с картиной связана вообще шик, блеск, красота. Я сдеваю, короче, это своей задницей. Картина летит вот так вот. Здесь стоит Давид. В одном миллиметре от его глаз просто пролетает эта картина, а она железная. И просто вдыщ, и протаранивает стену. Ни хрена себе. Вообще, на самом деле, это могло быть очень печальное видео. Хорошо, что оно было не печальное. И мы отделались всего лишь какой-то стеной. Но просто, да, представляешь, с какой дурью оно туда вообще ворвалось. Да, что оно стену пробило. Ладно, я не буду больше сокрушать твой old money vibe. Давай оценим твой outfit. Я ему ставлю 10 из 10. Мне нравится. Мне комфортно. Кстати, одежда очень вот сама по себе хорошо сидит, приятная. Кармашки даже есть. Такие, знаешь, звук. По звуку странно, будь это изделие чуть-чуть более качественным, это вообще не было бы цены, потому что тебе правда очень идет, и на тебя классно сел фасон, и тебе реально классно по цветам, и даже цвет этих брюк мне тоже нравится, потому что, ну, он необычный. Слушай, ну, может, мы реально должны одеваться по нашим Венерам, а не как мы привыкли одеваться, потому что, ну, посмотрите, как их хорошо. Давай посмотрим сначала твой второй аутфит, и тогда уже решим. Следующий лук – лисы. Лук 2 для Венеры вовне. Кто-то на юбчатом. Штаны цвета хаки. Так, это мое. Да, держите. Ну, в общем, на самом деле, штанишки-то так-то неплохие. Слушай, она реально, ну, хорошие вещи собрала. Да, это хорошие вещи. Я в шоке. Почему у нас никогда не получается собрать хорошие вещи? Я не знаю, возможно, потому что мы, типа, тратим меньше денег, а тут на дорого все, нет? Блин, я потом спрошу, сколько она на это все потратила, уже в случае мне придется ей эти деньги отдавать. Просто она пока что мне не сказала, сколько я должна за это все человечку уплотить, но теперь мне даже страшно. Ну, вещь правда хорошая. Ставим лайк, отправляем к себе. Так, оранжевый, кстати, для меня. Я уже видела по ее референсам, что это мое изделие. О, ну, приятнее, кислотнее. В целом, все, как я люблю. Да, хороший худак. Цвет, между прочим, называется мандариновый. Интересно, он светится в темноте, потому что выглядит как будто... Как будто бы да. Не светится. Я проверила, но цвет у него прям совсем такой ядреный-ядреный. Не уверена, что я люблю такой оранжевый, настолько ядреный, но допустим. Я делала следующий лук. Если честно, он ничего общего не имеет с прошлым луком. И обычно я бы сказала, что мне очень нравится сочетание оранжевого, хаки, черного, этого все. Но сейчас мне кажется, что он мне вообще не идет, хотя это буквально то, в чем я обычно одеваюсь. Очень странная ассоциация, очень странные впечатления, я ничего не понимаю. Ладно, посмотрим, как это оценят. Можно назвать как развод. Почему? В смысле, нет, не развод с Давидом. Да, хватит, как развод. Ну, развели меня. Мне кажется, подруга меня обманула. Это не похоже на стиль Венеры во мне. Ну, это не похоже на стиль Венера Вовни. Вообще не Венера. Буквально мой какой-то базовый аутфит. Это очень странно. Венера Вовни, это же типа Риана в красном платье, все дела. А что, Риана не может быть в худаке оранжевом? Нет, она может быть в худаке оранжевом, но просто... Давид покачал головой. Давид как-то очень осуждающе смотрит. Что не так, Давид? Это как, знаете, когда заходите в магазины, где вот самая обычная простая одежда, без всяких там, без всего, и там вот стоит манекен, типа, вот у нас в магазине вот так можно одеться. Мне кажется, это оранжевый выжигает мои глаза. Да, так и есть. Есть, он выжигает глаза? Да. Я люблю оранжевый цвет, но, думаю, все знают, что я люблю оранжевый цвет. Но и даже такой цвет мне нравится, но как будто бы, когда его так много, это прям реально же выжигает глаза. Сразу внимание с тебя обращают на твой худак. Да, поэтому я попробую в форме звездочки. Арбуз, привет. А по качеству как? По качеству неплохо. Ну, штанишки, да. Ну, штанишки очень тяжело, на самом деле, оценить качество, потому что просто снежка странный лук. Поэтому, пожалуй, поедем дальше. А еще я предлагаю устроить голосование за лучшую Венеру. Пока что, я так понимаю, не вовне Давид Венера побеждает. Ну, на мой вкус, нет. А ты будешь надевать это? Ты Венера, Вов, давай ты оденешь, мы тебя оценим в этом аутфите. А теперь в рамках этого контента я представляю вам еще одного представителя Венеры Вовни. Поприветствуем! Ну ничего себе, ну посмотрите на этого профессионала. Если бы не короткие рукава. Ну я думаю, что это дело в том, что это не твой размер. Кстати, на мне выглядит больше, более ходяще. Справедливо. Да? Как будто бы я мог бы так ходить, и это как-то даже это не бросается в глаза. Штанишки, кстати... Они да, тебе идеально подошли. Да, для меня они... Они по росту тебе подошли, и как будто бы, ну, реально, я даже не знаю, что сказать, насколько это, мне кажется, плохо смотрелось на мне, и насколько это органично сидит на тебе.
Трэш. Вот и думай на тему Венеры вовне. Слышь, это что такое? Уходи! Каролина, давай! А для кого-то вот это мне даже интересно, для это кого? Это для тебя. Да? Да. Подожди. Да, это куртка. Она вообще, понимаешь, она совсем распоясалась. Ты себе даже не можешь представить, сколько денег на эту вот это вот все потрачено. Я представляю, ну качество очень хорошее, качество очень приличное. Я, по-моему, даже знаю эту фирму, что это. А, Cotton. Хороший есть. Магазин, типа прикольная кофта. Ну, я просто такое не ношу. В этом и смысл видео. Твоя, да? Венера носит. Следующая вещь. Okay, very beautiful, very mindful. Для томных госпожи. Это очки. Это твои, кстати. Блин, мне не идут очки, сказал я, который носит очки. Но. Тебе все идет. Глупости. Спасибо. Хорошо. На тебе. И, ну, это самый обычный, простой базовый топик. Обычный. Топик, кстати, твой. О, это юбка. Кстати говоря, как будто бы по размеру она даже, ну, адекватная. Да. Ну, в плане не то, что она адекватная, а в плане, что эта юбка похожа на наш размер. Потому что обычно заказывается, когда XS или S, приходит что-то, ну, что нам сильно велико. А тут это действительно похоже на стандартный XS. Да, и качество очень крутое. Да, я в восторге. Блин, в следующий раз все мои друзья будут заказывать мне одежду. Больше не буду я заказывать никогда. Вечно мы заказываем какую-нибудь срань приносит, а тут даже размеры нормальные. Ну, я считаю, самый лучший срань, который мы заказывали, костюм на Хэллоуин. Что-то на странном. Йоу, какая крутая юбка. Мой любимый фэшн-мем — это Леди Гага. It's not sad, it's just fashion. Силач. Ну, она! В этих очках просто невыносимо. Они как похожи, знаешь, как типа... Кто? Ну, короче, как будто я пришла на богиню шопинга, и вы твои конкуренты. Ну... Перлась. Я... Бескусицу. Бирку даже не отрезала, наверное, вернет. Зачем ты меня оскорбляешь? Ты вообще кем по жизни являешься? Ну, тебя не оскорбляю, всего лишь говорю правду. На правду не обижается. На ее стороне все понятно. Это потому что Венера вовне команда. Ужас. Нет, ну, честно говоря, лук правда хороший. Мне тоже нравится. Мне это видео подняло настроение. Мне оно тоже подняло настроение, глядя на тебя, потому что, ну, тебе реально такой стиль очень идет. Ура, значит, Венера вовне для меня работает. В Скорпионе. Ты в Скорпионе. Мы же не можем все втроем быть Венерой. Нет, она Венера в Скорпионе. Я Венера в Стрельце. Да, это ты Скорпион, у тебя Венера в Стрельце. Почему люди хотят Скорпионов? Ну, пусть в комментариях напишут, почему я ненавижу Скорпионов. Вот они тебе сейчас за это и напишут. Этот лук получает 10 из 10. Оцените, чей лук выиграл. Так, мы еще не закончили видео. Неважно, вот в этой части. Я, пожалуй, пойду. Она признала, что она проиграла. А я на шопинг. Лук 3 для Венеры вовне. Что-то на красном. Да, красное мое. Надеюсь, там будет роскошное платье, как у Рианы с референсов про овнов. Надеюсь, что... Смотри, какое состояние приехало. То есть они просто запихали его вот так вот. Что за трэш? Следующая штука. Опа! Смотрите, я правда не знаю, что из этого заказано, но здесь, короче, цепь. Сейчас проверим, для кого. Что это вообще такое? Это цепь или это ремень? Похоже на цацку на пояс, и можно как цепь наботнать несколько раз. А еще здесь, видимо, был подарочный маленький кошелечек, брелок. Гламур. 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 Да-да-да, ты креветка. Все неважно. Ласкаю. Ну, кстати, эта штука выглядит, правда, очень мило, на нее залипло, видимо, у меня сегодня настроение. Сразу и гламур, да. Но она воняет вообще не гламурно ни разу. Ой, ужас какой. Давай выкинем сразу ее, пожалуйста, она, мне кажется, отравит. Я думала, ты выйдешь с кошелечком, типа мини. А, хорошо, я выйду с этой мини-сумочкой. Это мое. Сумочка? Да, это не подарок, это комплект. Гламур. Ты креветка, все не важно. Ну, блин, если честно, конечно, мои луки выглядят сильно менее доработанными, чем луки у Каролины. Не жалуюсь, просто констатирую факт. Но в целом, как бы я не могу сказать, что это настолько плохо. Просто, видимо, из-за того, что в моем случае нет какого-то сильного контраста, а в ее есть, это выглядит действительно прям как вау-эффект. И мы все очень в восторге от этого всего. И она, и я, и даже Давид угорает, ходит, но правда выглядит очень красиво. А у меня это больше похоже на то, что я делаю в своих стандартных распаковках с Wildberries. Ну что ж. Посмотрим, как за ней оценит это платье. Платье, кстати говоря, на мне сидит просто очень хорошо. Я реально довольна хотя бы этим фактом. Да, кошка?
Лиса показывает свой третий образ. Пожалуйста. Ого! Как мы назовем этот образ? Это я... Ого! Очень шикарно. Если честно, зачем я это делаю, это очень профессиональная информация, привычка. Даже прыгать. Это платье, правда, на мне хорошо село. Мне нравится его цвет, да, он достаточно обычный красный. Вот это вот алый, но, по-моему, это выглядит симпатично. Я не знаю, зачем я навязала это сюда. Я думала, это будет прикольно, это скорее выглядит тупо, но... Да, нет, это выглядит стильно. Ребят, это стиль? Ну, вообще, да. У тебя просто серебряные цацки тут на ушах. И, типа, в общем, картине образовывают очень даже, да. У тебя и ногти черные, и сумочка черная, и петличка черная. Ты вообще оценила мои блестящие ноготочки? Они не просто черные, они черные с блестяшками. Если честно, это платье похоже на все платья, которые я делаю в обзорах. Я обзираю обычно, но конкретно вот это выглядит очень даже неплохо. Ну, я не могу сказать, что этот аутфит тянет на 10 из 10, но твердую восьмерку, я думаю, можно поставить. Наверное, в таком долго не походишь, потому что потирается юбка. Да, поэтому у нас есть что? Велосипедки! Вопрос на миллион. В чем у вас Венера? Лайк, подписка. Недавно я увидела вот это видео. Ой, лицо сейчас в моде. Бэйби-фейс остался в 2020 году. Колхозным. И поняла, что мой типаж — это теперь совершенный колхоз. И с этим надо что-то делать.